Я читаю теперь книгу пророка Исаии, главу 66. Так говорит Господь: «Небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Заколающий вола — то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву — то же, что задушающий пса. Приносящий семидал — то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам — то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что неугодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущее перед словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих? «Доведу ли я до родов и не дам родить, — говорит Господь, — или, давая силу родить, заключу ли утробу, — говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его, возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы Его. Ибо так, — говорит Господь, — вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для насаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтоб излить гнев свой с яростью, и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь, ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, и Пулу, и Луду, к натягивающим лук, в Табалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах
и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти.